Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Sacred Underworld. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше приключение. Мы с вами находимся глубоко в подземельях, в шахтах. Идем по заданию. Видимо, здесь находятся одни из ворот измерений и демон, в лапах которого находится Вилья. Смогу ли я найти его в этой отвратительной вонючей дыре? Или я раньше задохнусь? Вот и посмотрим. Ой-ой-ой, там какой-то страшный большой паук. Очень большой, очень страшный. И не один. А, ну значит, если не один, значит это не босс, значит он не будет каким-то особо сильным. Побежали. Это еще и горит. Давайте его яростью хорошенько. Вот. Ой-ой-ой. Ну тут их полно. Давайте, у нас сколько зелий наставника? Немного, в принципе, но... Давайте используем одно. Ой, кстати, мы прокачались. Живой еще. Думал, добил. А, это пик. Надо было вверх. Так, эликсир наставника перестал действовать. Давайте теперь прокачаемся. Ну, по характеристикам регенерацию давайте все еще. По умениям. Что у нас тут по умениям? Ну, владение оружием повышаем. Вот так, давайте. Настал твой конец. Сюда?
А еще ниже. Язычник! Это твой последний бой. Да что ж такие они живучие-то, а? Ёлки-палки! Фух, толпой берут. Три эликсира выпить пришлось. Фу-фу. Давайте будем сохраняться почаще. И желательно, чтобы такой толпой на нас не нападали. Здесь вроде не так далеко. Но! Всего лишь небольшая рана. Ага, всего лишь небольшая рана. Ты чуть не помер от этой раны небольшой. Отпаивать тебя нужно эликсирами. Они многие наши удары вообще блокируют. Эликсиров понемножку становится все меньше и меньше так-то. Тут где-то, да вот, магическое убежище. Эликсир берем. Возьми его. А твою ж дивизию. Он как-то так выпал, что я его взять не могу. Беги, беги. Ну, подойти-то. Я не могу подойти к этому эликсиру, чтобы его взять. А, твою дивизию, ну ладно. Как кровь брызнула. И!
Амулет проверим. Здоровье пускай пока что восстанавливается. 146, у нас 172. В принципе, не надо нам на 146. Так, это что такое? Давайте сохранимся, может быть, тут что-то произойдет. Может, ловушка какая-то. Нам вообще, нам дальше пройти нужно. Нет, ничего не происходит. Эй, стой на месте! Ты мне нужен для ровного счета. На месте в итоге мы стоим. Ай, колдуют и колдуют, раз за разом вообще сдвинуться с места не могу. И не подходят, просто колдуют и не подходят ко мне. О, один подошел. Давайте сюда. Стой. Стой. Вернись, ты. Я тебя не трону. Не поверю. Легендарные сапоги медведя. Это для боевого мага. А нам не пойдут. Жалко. Ой, сколько там скелетов. Золото есть. Мы его взять не можем. Субкассис, рака, демон. Так, может все-таки сначала вот этих мелких убрать, потому что вдруг побегут, а нас толпой будет совсем-совсем нехорошо. Иди сюда. Ну, увидь меня, вот он я. Ладно, пошли бить демона. Так, давайте мы возьмем против него, наверное. Месть пускай вот это стоит. У нас. Защиту ставить себе сейчас не будем, потому что тогда не сможем использовать после этого месть. Будет откат, долго идти. Да и надо. Пускай лучше месть будет. Зелий хватает. Шлекремир касал. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, да елки-палки. Убитый как хатуки. Ты заплатишь за это. Заплатишь жизнью. Пилим шахит. Ёлки, что-то он сильно шевучий. Я уже зелий целую кучу выпил. Сейчас все их потрачу. Да бей, что такое, не могу по нему. Ты испортил одежду из лучшего маскарельского бархата. Или нет, за это ты умрешь! Получилось! Фух! Так, давайте, во-первых, сохранимся вручную.
Только хотел посмотреть, что там... Куда нам надо-то? Так, а баронессу мы так не можем освободить. Нам нужно дальше бежать, да? Скрак мертв, его внутренности вывалились на грязный пол, его демоническая сила ушла. Теперь мне надо позаботиться о Вилье, которая, похоже, заперта в какой-то магической клетке. Да, и что мы с ней как бы сделать-то можем с этой клеткой? Вот это что такое? О, еще не все, стоп, тихо. Демон Саккары. Эй, покажи мне, на что ты способен. Но он слабее намного, чем предыдущий, намного. Нам не надо. Это без дырок нам тоже не надо. Ой, сколько зелий я потратил, штук 15, наверное, на тот бой предыдущий. Жестко, жестко было. Так, а дальше, 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 что, куда? Мы убили демона, но обратно вернуться и... Освободить нужно Вилью, да? Мы сейчас вообще где? Мы в данный момент, мы вообще... Вообще черт знает где мы. Мы нигде. Сюда есть смысл пробежать, а вдруг что-нибудь найдем? Нет. Тупик. Портал интересно выглядит в виде такой роши. Что? Что я наделал? Все в порядке? Наконец-то я выбралась из этой клетки. Я в ловушке. Беги, беги. Так, давайте поговорим с призраком Валора. Существует второй портал, такой же, как тот, что только что был разрушен. Ступай и найди его. Вилья, слава богам, с тобой все в порядке. Ты должна покинуть это место как можно скорее. Пока ты в преисподней, Андугар не остановится ни перед чем, чтобы поймать тебя. Твоя задача — отправиться в чистилище и поговорить с Даритянкой Ашанти. Путешествие будет долгим и опасным. И я не знаю, как будет лучше поступить Вилье. Отправиться с тобой или остаться здесь, под моей защитой, проводив тебя только до ворот. Решать тебе, хочешь ли ты, чтобы принцесса сопровождала тебя. Говори скорее, время не ждет. Но почему бы и нет? Найдите Ашанти и поговорите с ней. Побежали. Ай! Сразу же противники. Только хотел почитать. Гаргадук тут нас ждет. Давайте немножко обезопасимся перед тем, как разговаривать, читать задания и все такое.
Уже сделано! Скраг мертв! Убить! Хорошо для ходуков! Хорошо для всех! Хорошо! Хорошо! Да! 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 Потрясающая озвучка персонажа! Прекрасно! Раньше так качественно озвучивали в старых играх, вообще просто потрясающе! Давайте теперь почитаем. Эвилья заключена в магическую клетку, поддерживаемую демонической энергией открытого портала. Мне нужно уничтожить ворота с другой стороны, чтобы закрыть портал. Демон Сакары, посланник злых сил. Что ж, нужно разобраться с этим могущественным демоном. Демон мертв, но возникший вихрь утащил меня обратно в преисподнюю. Что ж, хотя бы Вилья со мной в относительной безопасности. Дорога в джунгли. Скраг мертв, а в шахтах происходит переворот. Мы с Вилли отправляемся к следующим воротам. Надеюсь, через них мы сможем попасть в верхний мир. Валор посоветовал мне найти Дариатьянку по имени Ашанти. По-видимому, она знает, как попасть к следующим воротам. Пленный повстанец, найдите Ашанти и поговорите с ней. Хорошо. Так, это нам нужно вот сюда. Кстати, мы здесь когда проходили, я еще думал, сюда нас пошлют или не пошлют. Вот хорошо, что не побежал тогда исследовать это место. Как раз сейчас мы туда, видимо, и придем. Значит, идем сейчас, вот как мы сюда шли, просто через мост. Еще один... Нет, стоп, второй мост не надо. Через первый мост, а потом... А потом вот там вот вверх. Пойти на север. Хорошо. Что там у нас при себе имеется? Ёлки-палки, у нас эликсиров не имеется почти. Что-то немножко меня это волнует. А будем у торговца, надо будет покупать эликсиры. Все, что видим, из сундука, кстати, позабирать надо будет тоже. Так, а давайте пробуем здесь пробежать по-быстренькому. Хотя для прокачки, конечно, лучше было бы посражаться. Ай, больно. Ой, ну что-то тут много. Я не хочу тратить эликсир, у меня их и так минимум осталось. Неприкосновенный запас. Ой, ёлки-палки, да сколько же тут, да что за жесть происходит? Не могу не найти ни одного места, вот пустого, буквально метр пробегаю, опять толпа. Вот на мосту будет безопаснее. Давай, бежим. Ой, да сколько же тут... Ты мне... Так, нет, надо лечиться. Не пойдет. Твоя кровь принадлежит мне. Кругом одна грязь. Есть. Нужны зелья, нужны зелья. Так, ладно, все, бежим. Просто бежим. Вот здесь, если не ошибаюсь, нужно вверх. Ай. А, спасите, помогите кто-нибудь. Они сами спасаются. Но вроде от нас отстали. Фух. Так, давайте, во-первых, мы здесь все осмотрим. Ой-ой-ой, случайно игру свернул. Так, у нас здесь в запасе есть целая куча зелий. Давайте мы их... возьмем.
Не все, конечно. Но запаса должен быть хороший. Ну, вот так, по крайней мере, я думаю, нам пока что хватит. Ну, а вот эти нам нужны? Да не нужны нам эти, я думаю. Я их не использую попросту. А, кстати, нам бы к комбо-мастеру забежать. Ну, здесь что-то есть. Подъем наверх, спуск вниз. Это куда? Никуда? Так, квест. Квест возьмем. Девочка с печеньем. Принеси мне печенье для маркиза Сент-Марко. Приветствую, моей мамы есть одна заветная мечта. Она хочет попасть на один из пышных праздников, который устраивает маркиз Сент-Марко. Но чтобы ее пригласили, она должна подарить маркизу особенный подарок. Мне удалось узнать, что маркиз обожает печенье. Найди в городе пекаря и попроси его приготовить самое лучшее печенье. Ты сделаешь это для меня? Мое оружие жаждет крови, а предложение звучит многообещающе. Ну, я надеюсь... С кровью это не связано? Всего лишь печенье? Безобидное печенье. Где-то вот тут вот. Так, это муха вот эта вот... Тут атмосферу напрягает. А? Нет, а где ж печенье? Где-то ж... Ты, может, нет? А, да, маркиз Сент-Марко, печенье? Да, я очень люблю печенье и сладости. Если принесешь мне что-нибудь вкусное, я щедро тебя награжу. А, ему нужно принести, а... Вначале нужно... А вначале нужно это печенье где-то раздобыть, найти пекаря, то есть, а потом сюда его принести, а... Найдите пакет вкусного печенья для Кэролин. Девочка просила меня достать печенье для ее мамы. Кэролин. Она очень хочет попасть на праздник маркиза Сент-Марко. Для этого ей нужно сделать особый подарок. Я разрублю тебя на куски. Будешь Что такое? Я разрублю тебя на куски! Эликсир? Прутук, мой лучший помощник, в руках прислужника Фандукара. Пойди и спаси его, прежде чем палачи узнают о нашем восстании. Прости меня за резкость, но мы не можем терять времени. Меня зовут Ашанти. Я лидер группы сопротивления Андукару, которая укрепилась в Чистилище. Наши силы постоянно растут. К сожалению, солдаты Андукара поймали Прутука, моего верного помощника, и допрашивают его. Никто не способен долго выдерживать их пытки. Я полагаю, ты уже знаешь об этом. И каждая секунда промедления может оказаться для нас фатальной. Спаси его, пока не стало слишком поздно. Запомни, Прутук знает дорогу к воротам, которые ты ищешь. Хорошо. Только немножко нужно подождать. У меня тут еще дела. Это что такое? Ой-ой-ой. А, это мы портал открыли. Чистилище... Прутук, Ашанти сказала правду. Демоны пытают Прутука, чтобы выведать у него, где находится штаб сопротивления. Мне нужно торопиться. Это, наверное, вот сюда нужно бежать, а потом там на север. Ну, Прутук немножко потерпит, я надеюсь. Тс,
Снарф Ладарц, принеси мне 10 костей нук-нуков и 5 сердец черепадеров. Эй, тебе удалось меня найти. Ты не нук-нук, это видно, и ты не враг. Очень хорошо. Я деретийский волшебник, исследующий землю нук-нуков. Эти отвратительные мумии здесь повсюду. Если бы я смог прочитать заклинание поиска, мне бы не пришлось подвергать себя опасности. Но для этого заклинания мне нужно 10 костей нук-нуков и 5 сердец черепадеров. Поможешь добыть их для Все, меня? Все, кто встанет на моем пути, обречены. Ну, может быть. А где именно их искать, он нам... А, нет, сказал... Ох, ничего себе! Ну, если будем в тех краях, то... Кстати, тут торговец где-то есть. Будем в тех краях, то... Пособираем, ладно. А вот это мы куда бежим? Это что? Вы кто? Эльмар Мститель. Беда, беда, беда. Конец, конец приходит. Томас, дружелюбный фермер, это скелет. Приветствую тебя, я хочу сделать тебе предложение. Мы могли бы заключить выгодную сделку, если у тебя найдется 1000 золотых в качестве предоплаты. Твоя задача забрать мои товары у торговца Кашемира. Я достаю деньги, ты делаешь работу, а прибыль делим пополам. Что-то мне это кажется немного неправильным. Забудьте об этом. Скелет? Предоплату? Не хочу никакую предоплату делать, я чувствую подвох. Так, стоп, как мне попасть? Ага, нет, это нужно отсюда делать, вот здесь, к этой инфраструктуре всей. Чистилище. А вот это куда ведет? Наружу ведет. Хочу сначала здесь уже закончить совсем. Так, этот колодец смотреть нельзя. Жалко, в колодцах мы можем тоже находить зелья. А тут у нас кузнец. Да, если что, еще можно пройти, получается. Там квест. Так, подождите, подождите, нужно как-то... Как-то поочередно, а то я запутаюсь тут. Комбо-мастер. Ну, давайте у него обменяем. На что мы возьмем? Я бы хотел ярость, правда ж. Восстановление тоже. Дольше будет. Но ярость мне сейчас очень нужна. Пятнадцать с половиной секунд восстановления, это, конечно, долго. Но на концентрацию очки тратить сейчас тоже особо не хочется. Чтобы получить эффект, нужно очков 20, наверное, еще потратить сюда. Вложить. Я лучше вложу их в телосложение. Буду следовать своей первоначальной все-таки тактике. Качать здоровье и восстановление здоровья. Что интересного? Ничего. Тут по оружию. Тут у нас что? Не вижу ничего интересного, что у тебя тут. А зелье мы, кстати, купим. Вот так.
амулет на 170 защиту, у нас на 172. Плюс у нас бонус скорость атаки, плюс 6, а вот пускай будет. Тридцать пятый уровень, это лучше, чем у нас. В принципе, я лошадь практически не использую, так что плевать. Ну что, грибочек, мы что, его взять можем? О, это контейнер в форме грибочка. Ха. Тоже не спустимся ни в какой подвал. Почему играет боевая музыка? Где-то тут еще бегает какая-то муха, что ли, по городу. Пекарь, найди демона Меркона. Приветствую, несколько дней назад злой демон по имени Меркон напал на мою пекарню и украл очень ценную пряность. Без нее я не могу печь. Это самый важный ингредиент моего секретного рецепта. Если ты сможешь вернуть мне эту пряность, я обещаю приготовить для тебя лучшее печенье, что тебе когда-либо доводилось пробовать. Ну что скажешь, ты убьешь Меркона и вернешь мне пряность? По-моему, мне слишком мало платят. А как туда попасть? Вот здесь, наверное, будет выход, и нужно пробежать будет вправо. Ну, в принципе, почему бы и нет? Нам нужна эта пряность, чтобы он испек печенье, которое мы отдадим девочке в итоге. А, нет, это еще не выход, тут еще что-то есть. Здесь что, надо быть осторожнее. У них тут поселок не маленький, я смотрю. Хватит, наверное, оббегать каждый дом, потому что поселок тут совсем-совсем не маленький у них. Ну ничего себе, он еще сюда продолжается. Так, демон, в принципе, здесь. Довольно близко. Твоя кровь принадлежит мне. Если найдем какой-нибудь лук, надо будет дать баронессе. Есть! Время умирать! Грязь! Кругом одна грязь! Этих врагов не взять обычным оружием. Возьмем. Твоя кровь принадлежит мне. Кавилья, давай побегай там за червяком, разберись с ним. Меркон, стой, остановись, и я не то, что ты думаешь. Я только выгляжу так, но я не всегда был таким. Зелье превратило меня в монстра. К сожалению, я не могу сам сходить в город к алхимику, это слишком опасно. Ты можешь принести мне противоядие от этой темной магии, я буду ждать тебя в моей пещере. А, давайте. Мы можем его, наверное, просто убить, ну а кто знает, это друг реально. Это когда-то был человек, и его обратили в демона. Для этого задания явно потребуется грубость. Я согласен.
самом деле, мне просто любопытно. Меркон, никогда никому ничего плохого не сделавший, превратился в демона, выпив какое-то зелье, по крайней мере, он не потерял свою душу и все еще помнит, каким он был. Мне нужно найти алхимика, который даст мне противоядие для Меркона. В принципе, это как раз здесь рядом, вот и побежали. Вот это вот любопытный поворот событий. Пошли просто бить демона, оказалось, что он-то на самом деле и не демон. Может быть, а может быть, он нас обманул. И сейчас мы придем с зельем к нему в пещеру, а там нас уже ловушка поджидает. Мастер-алхимик, Меркон превратился в демона, выпив зелье. Ха! Он наверняка приврал. Он был моим учеником и, скорее всего, просто дурачился с моей книгой рецептов. Ладно, а вот противоядие для него... Нет, он нам не соврал. Он действительно, он может быть немножко приврал, как он выпил это зелье. Но на самом деле он нам не соврал. Он действительно был человеком. Тогда, конечно, хорошо, что мы его не убили. Так, а пещера далеко находится? Ну туда же только потом на север пробежать. Хорошо, давайте только сохранимся тут. Взять их! Стоп, 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 стоп! Зелье здоровья. Это мы будем подбирать всегда теперь. Твоя кровь принадлежит мне. Я разрублю. Здесь надо быть осторожнее. Баронесса, ты где там бегаешь? Что за клинок легенд? Хотя этот белый предмет, он ничего хорошего твоя значит. Кровь принадлежит Баронессе дадим... Замечательно. Пока что он пускай хоть это использует. А, не то подобрал. Концентрации мне не надо, я забываю про них, все равно их не пью. А? А вот мы и пришли к нему. Противоядие, премного благодарен. Наконец-то я верну себе нормальный вид. И я нашел это в моем сундуке, я надеюсь, тебе пригодится. Отлично. Что он там нашел для нас? Ладно, это мы обменяем. Хорошо, пусть будет. Так, все, отсюда можно убегать. Просто бежим. Никого не трогаем больше. Ну, здесь только дураки, тупицы, идиоты и ни одного достойного противника. Хотелось бы, чтобы у местных торговцев оказалось достаточно денег для того, чтобы заплатить за мои трофеи. Давайте посмотрим, куда мы дальше-то побежим. Так, ну по этому квест... А хотя, да, именно по нему, наверное, побежим, потому что... Нет, стоп, сдать же по поводу демона нужно сюда. Точно. Мы-то с ним разобрались, мы его не убили, но... Больше демонов, в принципе, то нету, как бы. Теперь это не человек, а Хадук. Это ж Хадуки. Специально искусственно созданная раса.
Тебе удалось вернуть пряность. Теперь я смогу снова сделать сладости. Какой героический поступок. А вот тебе, как я и обещал, немного печенья. Уверяю тебя, что это лучшее печенье в наших краях. Отлично, печеньки мы сразу отнесем. А девочки, которые обещали, хотя я себе хотел бы попробовать хотя бы парочку печенюшек оставить. Вкусные, наверное, с пряностями. А лук с тремя дырками, может его прокачать и дать Вилье? Да хотя зачем морочиться так? Неизвестно, сколько она с нами будет бегать. А это Кэролин. Что это, печенье для маркиза? Ну конечно, я слышала, что он любит сладости. Это печенье очень вкусное, и я думаю, что если маркиз его попробует, он пригласит меня на свой праздник. Позволь мне наградить тебя одной редкой вещицей из моего наследства. Ярость. О, то, что нужно. Вот это вот то, что нужно. Это мы прокачаем сразу. Правда, теперь 16 секунд восстановления, но... Ладно. Тут нужно выбирать, что нам важнее. Так. У нас еще есть вот сюда задание, да, но... Бежать сразу туда, ну, по пути, наверное, все-таки посмотрим. Нам нужно... Как бы сюда лучше попасть? Там, может быть, здесь есть выход? Вот тут вот. Чтобы не в обход вот так. Вот кто его знает? А, ну да, здесь есть выход. Вот же я ж тут подходил сюда. И вот это вот место видел. Получается, вот мы сейчас. Но здесь, правда, неизвестно, что еще будет на пути. Вот так тут жутковато как-то. Взять их! Есть ли тут проход? Есть. Так, Вилья, сильно не спешим. Давай понемножку, чтобы у нас немножко здоровье восстанавливалось по пути. Меч! Ну, вроде двигаемся в правильном направлении. Хорошо. Зловонная броня, не надо мне зловонная броня, слишком воняет она зловонием. О! Я разрублю тебя на куски! Вилья, сделай что-то, я не могу до них достать. Ты можешь подбежать к ним. Я разрублю тебя на куски! Черт возьми! Не подам тебе! А, черт. Есть. Получилось подбежать. Они хитрые, ко мне тоже подходить не хотят. Так. Будем сохраняться. Будем... Сохраняться, потому что всякий пожарный. Взять, я хочу видеть кровь. А ну-ка, Вилья, давай сюда отойдем где-нибудь, а хочу взглянуть.
А лук, может тебе лук этот дать? Нет, лук она брать не хочет. Что такое? Слушайте, лук она не хочет. Она меч предпочитает. Ну ладно. Мне, конечно, было бы намного удобнее, если бы она из лука стреляла. В такие ситуации, когда кто-то издалека... Кастует что-то. И я не могу двигаться. А сейчас ситуация наоборот. Умри! Ты будешь страдать! Этих врагов не взять обычным оружием. Я разрублю тебя на куски! А вот это она сможет использовать? Это меч хороший. Не хочет. Он, видимо, только для нас. Ладно. А мы, в принципе, уже недалеко. Верхом на здоровенном таракане. Фу, какая гадость. Кругом одна грязь. Время умирать. Так, не спеши, пускай немножко восстановится здоровье. Не хочу тратить зелье. Мы, конечно, собрали, но можем очень быстро и потратить. Сколько там на того демона в подземельях? Штук 15 ушло? Зелий. Это больше, чем даже на первого нашего дракона. Так, нам нужно наверх, а вот, в принципе, проход. Твоя кровь принадлежит мне. Ёлки. Вам не взять меня живым. Чёрт, что я говорю. Чёрт, что я говорю. Время умирать! Твоя кровь принадлежит мне! Грязь! Кругом одна грязь! Ну, я еле живой, лечимся. Вот как раз эликсир здоровья. Ой, их там многовато. А Вилья тоже тут еле-еле живая. Илья, вставай.
кровь принадлежит мне. Месть! Твоя кровь принадлежит мне. Передай друзьям привет. Скоро буду. Так, пускай лучше сюда подбегут вот эти мелкие. Чтобы по чуть-чуть, по чуть-чуть. Твоя кровь принадлежит мне. Есть! Я хочу видеть кровь! Взять их! Взять их! Это твой последний бой! Кругом одна грязь! Да что ж такое живучий-то? Кругом одна грязь. Шлем какой-то с этого вы подобрали. Это для вампирессы с тремя дырками. Ну, шлем очень хороший. Жалко такой выбрасывать, потому что в сундук. Так, а, кстати... Кстати, прокачаемся на физическую регенерацию, и здесь все, давайте, в телосложение, вот так. Нам это сейчас очень-очень нужно. А вот, кстати, и прутук. Свобода, наконец-то! Как ты вовремя, эти клещи, больно-больно! Но сейчас все хорошо, прутук на свободе, ни слова не сказал про сопротивление, ни слова, ни слова. Все хорошо. Найдите, убейте тук-тука. Протук был прав, эти нук-нуки мерзкие создания. Что еще хуже, из этого леса меня не выпускают появившиеся... Да чтоб ты был здоров, не дает дочитать. Появившийся магический барьер. Нам нужно убить... А это недалеко, вот сюда, то есть теперь. Возвращаемся обратно, идем сюда. Бьем... Прутук теперь с нами бежит, да? Ну, пускай. Что такое? Черепадёры. Я разрублю тебя на куски. Я преподам тебе урок. Мы, кстати, про них тоже читали. И, кстати, нам сейчас нужно из сердца их собирать. Отлично. Как раз по пути пособираем. Сейчас. И нук-нук. Прутук нанес удар. Прутук довольный. Прутук удар нанес. Язычник. Ой-ой-ой, ты в ловушке, только смерть тук-тука позволит тебе покинуть этот лес. Да я уже понял. Время умирать, ладу, не страдай. Ой, нук-нук, эти живучие. Кругом одна грязь. Твоя кровь принадлежит. Кругом одна грязь. Нам еще 8 скелетов нужно собрать у этих нук-нуков. Ой, их тут много. Твоя кровь принадлежит мне. Время умирает. Твоя кровь принадлежит мне.
же не будет больно. Храбрые! Я разрублю тебя на куски! Победят! Восемь скелетов зато мы уже получили от них, хорошо. Но нам еще череподеров там нужно найти, на сердца их не. Вам не взять меня живым! Черт, что я говорю. Девять, так еще одного нужно. Здесь где-то бегал вроде. Или это он и был? Одного, я думаю, найдем. Вот, череподер. То, что нужно. Череподер еще один тоже нужен. Вот один нук-нук, один череподер. Вот здесь. Стоп. Опа, магическое убежище нашлось. Прекрасный эликсир здоровья. Здесь не бегает еще один где-нибудь, а? Нук-нук этот. Тук-тук, нук-нук. Месть! Отлично. Череподеров собрали сердца, а вот нук-нук. Не оставил он свой скелет. О, я еле живой. Да ладно, подлечимся. Еще один скелет нук-нука нужен. Нук-нук, иди сюда. Удар! Брутук нанес удар! На скелет не выпал. Но череподер он нам уже не нужен. Что такое? Так, не точно топор. А ну-ка, давайте возьмем, мы дадим его, может быть, этому самому. Прутуку? Прутук благодарен. Во. Пусть тоже получше бить будет. Так, а нам... Ой, а нам куда еще топать-то надо? Это как нам лучше, сюда или сюда? А черт его знает-то. Время умирать! Ты будешь страдать! Взять их! За шарки! Не поставлю тебе урон! Прутук, ты... А, Прутук, все. Он не бессмертный. Ну ладно. Прутук, я ж тебе топор дал специально, а ты... Эх... Ну да ладно. А вот и скелет последний. Все, мне это задание выполнено. Заклинание поиска. Можно отнести его. Обратно будет сдать, когда мы там будем в чистилище. А, вот оно. Заклинание поиска. Что такое? Ничего, убивают нас. Время умирать. Авилья, не время для отдыха. Давай вставай, вставай. Я знаю, что ты прикидываешься. Вставай. У меня зелий, может, и много, но потратятся они тоже очень быстро. Что? Тут магическое убежище есть. Твоя кровь. Завалора!
что это у нас тут такое? Стоп. Еще одно магическое убежище случайно нашлось. Где-то вот. Грязь. Кругом одна грязь. Время умирать. Ой-ой-ой. Ползают тут всякие гадости, душители кольчатые. Я разорву тебя на куски! Ты будешь страдать! Так, стоп, если я сейчас... Черт его знает, куда мне идти. Может быть, кстати, мы еще сюда как-то попадем. Тут торговец нарисован. Может быть, чтобы к нему упасть, нужно сюда идти. А черт его знает. Тут лабиринты. Лабиринты — это плохо. Взять их. Эй! Месть! Умри! Так, вроде как мы уже где-то Трус. Примерно там, где надо. Я разрублю тебя на время пушку. Умирать! Есть! Грязь! Кругом одна грязь! Вильен, я ж тебе меч для чего дал? Ну хоть кого-нибудь убей, пожалуйста. Так, а нам нужно вообще-то на север, здесь можно идти. Либо туда, либо туда. Что тут? Взять их! Мы вот так, наверное, пройдем как раз, куда нам надо сейчас. Ой, ты... Ты кто такой? Мистер Миг Быстрый, приветствую, поторгуем. Добро пожаловать в мои скромные владения. Когда-то я был богатым торговцем, но давно уже умер. Пожалуйста, взгляни на мои товары. Ха, мертвый торговец, ладно. Что у тебя есть, мертвый торговец? Может быть, что-нибудь для баронессы? Вот этот меч, кстати. Она возьмет или не возьмет? А черт ее знает, кстати говоря. Он двуручный. А будет она двуручный использовать или не будет? Вот этот одноручный. Но он для темных эльфов. По кольцам. Зов волка нам. Это не надо, ловкость. У нас амулет 173 плюс скорость атаки дает.
Вот этот хороший, только без скорости атаки. Но пихать некуда, поэтому не надо. Хотя бы взял бы просто, чтобы был такой у нас. А вдруг найдется, куда пихнуть потом. Вот и пихнем. Кольцо... 115. Ну, у нас здесь бонусы от этих колец хорошие. Не очень хорошие, но все равно есть. А здесь бесполезные, поэтому не пойдет. Разве что взять на будущее вдруг. Найдем оружие. Получше будет, что туда вставить. А, так, ну еще я хочу сразу купить зелье лечения. Будем их теперь закупать. В основной компании такого у нас не было, чтобы мы прям еще и зельями закупались. Ой-ой-ой-ой. Что такое? Кто там ржет так? Так, в целях прокачки стоило бы поубивать этих нук-нуков, но не хочу тратить зелья сейчас, поэтому не будем их трогать, бежим сразу сюда, здесь сохранимся. Моя цель где-то рядом. Это что такое? Гигантская оса или что-то такое? Убитая. Фу, какая тут гадость. Ты кто? Да, тихо! Ой, ты чё? Я не могу кругом двигаться. Одна... Да-то тук-тук есть. Я ожидал тут здорового демона увидеть. Убить его! Убить! Ёлки, я не успеваю лечиться. Взять их. Я тут ожидал тебя на куски. Здорового демона увидеть. Я весь дрожу от страха. Неужели ты предводитель этих жалких уродов? Время умирать! Ну так отправляйся вслед за ними! Ай! Время умирать! Ты по нему попади, попробуй! Ёлки! Да где ты? Взять их! Есть! Фух! Найдите, убейте си... Чё? Сирири? Кто такой, такая Сирири? Найти ворота оказалось легко, легче, чем мне представлялось, однако их очень хорошо охраняют. И Вилья присоединилась ко мне и будет помогать мне в бою, стреляя из лука. Да, это хорошо, если она будет стрелять из лука. Ого, теперь мне нужно туда идти. Ой, фу, какая гадость смерти, гигантский жук тут. Нечего почитать, к примеру. Ой, давай наверх. Стоп. Нет, тут тоже нечего почитать. А еще выше нет? Нет. Фу, гигантский жук. Ужас какой. Так, и знаете что, ребята, давайте мы, наверное, тогда здесь с вами уже прервемся. А в следующий раз пойдем дальше искать Сирири и всех, кого надо, в общем, всех найдем, всех накажем. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в следующей серии. Пока-пока.